You know, I believe what is not only the Holy Spirit is talking about here, it's also the fruit of my spirit. Мы знаем, что в Библии есть такое определение, как человеческий дух. То есть мы не должны говорить, что мы яблоко, допустим. Человек нас попробует и поймет, что мы яблоко, если уж мы вот в таких сравнениях с вами все расписываем. Но я вот к чему клоню. Естественно, мы должны проводить время с Богом, чтобы наш дух назидался. Я также хочу сказать о том, что мы должны основываться на Писании, и тогда мир, любовь и все остальные плоды Духа придут к нам. Я иногда молюсь о любви, а иногда я провозглашаю и даже чаще то, что Карл Густав любит абсолютно всех. И мне не важно, какие вы духовные, мне важно, что говорит Писание. Оно говорит о том, что если вы будете проводить время с Богом, то духовные плоды из вас будут буквально автоматически течь.